Привет, Метал-Бэт, сегодня со мной Мишанчик. Всем привет! Сегодня мы снимаем очень необычный ролик. Да, вы ждали этого. Наконец-то вернулись в челленджи. Прошел ровно год с первого челленджа на моем канале. Сегодня мы снимаем такую очень классную вещь, как кто выполнит больше трюков на батуте, получит... Что-то, короче, получит, неважно, что он получит. Короче, поехали, сейчас по ходу все объясню. Короче, у нас есть такая вот штуковина, где написаны все трюки. Баночка, у нас есть Миша, батут. И у нас есть я не могу вам себя показать. Короче, мы вот так вот берем, трусим, 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 трусим. Высохнет и так. Напишите в комментариях, какую я песню сейчас спел. Вот, например, я вот по этот потрусил, выбираю эту штуку. Вот, и у нас там какая-то сейчас штука будет. Сейчас посмотрим. Итак, у нас получается вот трюк. Сет 180 сет. И я иду и на батуте выполняю этот трюк. Если я его выполняю правильно, с трех попыток у нас будет три попытки. Выполняю я его правильно, я иду вон туда. И там вслепую беру один из двух бумажек. Одну из двух бумажек. На одной написан бонус, на второй не бонус. И что мне попадает, то я, собственно, и выполняю. И вот так вот, кто больше чего сделает, кто больше сделает трюков, так, тот, получается, я победил. Поехали. Короче, я выбираю сейчас первый. Бумажку я трясу. Короче, один трюк у нас на один уровень. Один трюк у нас на один уровень. Вот. То есть я выбираю, и я прыгаю, и потом Миша этот же трюк прыгает. То есть он не сам играет. Коля, это в кадр ходил как будто. Копы-рок. Копы. Это жестко. Сейчас я первый прыгаю. Я всегда буду первый прыгать, потому что вот этот вот человек, он даже не знает, про что идет речь, что такое копный рок. Так что давай. Короче, у нас есть полос, есть нырок, есть кос-нырок. Короче, в общем, кос это просто вот так. Нырок это вот это вот. Блин. Сейчас, ладно. Кос-нырок, это мы это совмещаем, получаем. Теперь я делаю кос-нырок, надеюсь, что у меня получится, потому что я... Как Коля, лично не умею ходить на батуты. Пошли. Итак, ребятки, ну что ж, наша цель 1000 подписчиков до лета, не забывайте про нее, просто сделал стоп-кадр, чтобы вам напомнить. До лета уже не получится, так что давайте сделаем ее хотя бы до осени, пожалуйста. Умоляю вас, я очень стараюсь. Прошу, пожалуйста, ребят, пожалуйста. Давай вторую попытку, это было не очень. Хе-хе-хе, я выиграю. Давай третью. Давай сейчас просто все сосредоточь, всю свою силу и давай. Пошел. Давай, давай, давай. Во-во, получилось, красава. Давай, давай, следующий трюк, поехали. Короче, у нас поменялось местоположение бумажек. Сейчас идем, я просто вот закрываю глаза, показываю мне, где бумажки. Ну да. Выбираю любую. Давай. Давай вот, вот эту, да? Да-да-да. Все, я открываю глаза. Что это? Бонус, 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 повезло, повезло. Вы видели с закрытыми глазами. То поменяем. Короче, давай... Бонус думать. Какой бонус пошло? Выбирать бонус. Шо? Ой, чё ты пугаешь, а? Шо там такое? Ну, можешь любой трюк засчитать, который хочешь, не выполняя его. Это будет. Серьезно? Да. Блин, ты классно. Везучий. Да, я мощный вообще. Ну, 7 это везучая цифра. Короче.
Короче, я, наверное, сделаю так же самое, как и Коля. Закрой глаза. Потому что ему повезло. Так, где бумага? Мне, наверное, вот это вот, да? Нет. И вот. Сейчас открою. Давай, давай, бери. Бери, бери. Открывай глаза. Открывай! Открывай! А, не бонус! Не бонус! Тут не бонус! Вы видите, вы не видите. Короче, не бонус тебе. Тебе не бонус. Я повезла, тебе не повезло. Ну что ж, надо было как-то справляться. Надо было как-то, да, погнали выбирать мне бонус. Короче, мы посмотрели, что такое 6, Миша, очень. Мешок! Ё-моё. 6. А что это? 6 это тебе не повезло. А знаешь почему? Знаешь почему? Потому что теперь следующий трюк, который ты выполнишь, не будет засчитан. А, да, вот так. Вот так вот. 6 это плохая была цифра. Но ты не расстраивайся, ничего. В следующий раз тебе выпадет бонус. Надеюсь, повезет. Надеюсь. А поехали, да. А мы продолжаем к ролику. Смотрите, я сейчас перемешиваю, надеюсь. Сейчас Мишка выбирает. Приложение Мегафон. Национальные подарки и удивительный айфон. У нас, короче, сегодня конкурс песен. Песен, да. Кого? Чего? Что? Что? Колени? 360. Колени 360. Е-е-е. Давай положим, потому что нам же не надо, чтобы попадали. Ну, короче, кто первый исполняет? Ты? Миша исполняет этот трюк первый. Ай-яй-яй. Что у тебя есть 3 попытки? Пошёл, пошёл, пошёл. О-хо-хо, какой хороший мальчик. Но это не то, что нам нужно. Не то. Ну почему? Вторая попытка. Вторая попытка. Че так смешите, а? Ла плохо. Ла нот хорошо. Это французский и итальянский, все вместе взятое. Ну практически, практически. Ну практически, ну чел. Ладно, давайте ему просто дадим последнюю попытку, потому что он старался. Давай. Последняя. Давай, последняя попытка, ты старался. Ты тряси смартфон. Ну вот так вот как-то он. Не трясется. Слушай, получилось? Мне кажется, получилось. Короче... Поделите меня в комментариях. Да. Напишите в комментарии, получилось или нет. Но я сейчас не буду ему засчитывать. Хотя подожди, стой. У него ж не засчитывается все равно следующий трюк, точно. Мы забыли. А теперь, короче, мы. Поехали. А теперь он прыгает. Короче, а сейчас делаю я вообще шашлыки на Дагестан. Жестко. Колени 360. Остальные пусть на проводе повисят. Вау! Он! Как ты это сделал? Вообще. Давай еще одну подпытку. Дай! Ты чё? Снимай. Третья попытка. Давай. Давай. Что? Да. Он, ты чё? Профиль классный. Ну а мы переходим к следующему робу. Мешал, надеюсь, у него тут тайм. Короче, всё, я теперь сейчас буду выбирать крутую штуку. Закрываю мои глаза, вот вы видите, что я закрыл глаза, и я готов. Давай, поворачивайся, подоконник. Я не попал, да? Вот еще вон туда, да. Надеюсь, это не бонус. Это не бонус? Это бонус, наверное. Это не бонус! А что ты говорил, что надеешься бонус будет? Я перепутал! Короче, мне выпал не бонус, я очень расстроен, я сейчас еще раз тебе дам, но ладно, я не буду. Мне жалко камень. Короче, давай, ты выбрал цифру 6. Я, несмотря на то, что это не бонус, я выбираю цифру, хотя
пофиг, я выберу цифру 2. Давай, иди сотреши. Выбираем. Ты тряси смартфон, приложение Мегафон. Персональные подарки, удивительный айфон. Прикол. Прикол челлендж. Нет, не хочу. Я хочу вот этот вот крайненький такой. Два. Ну давай, что тебе выпадет? Надеюсь, не то, что мы уже делали. Не знаю. Купный рук, это жестко. Не, мы это уже делали, поэтому... Тебе везет. Какой ты... Возвращаемся сейчас. Короче, делаем супер классный трюк, называется йог. Сейчас будем медитировать на батуте. Ну давай, покажи свое мастерство. Короче, поехали. Раз, два, три. Оп, оп. Не получилось. Давай еще раз тогда. Получилось. Не. Третий уровень, монах из Шаолиня включается. Уху, давай. Все. Да что ж ты меня... Три, два, один. Yeah! Ну а мы переходим к следующему видео. Врубай. Сейчас вы можете наблюдать, как вот этот человек будет делать трюк йог. Йог. Короче, набирается на этом видео больше 200 просмотров. И мы будем всегда со мной снимать ролики. Нет, с тобой мы больше, если наберется больше 10 лайков. А если наберется больше 200 просмотров, то мы снимем бэкстейдж со съемок, как это все снимается, закадровая штука. Вы же видите только самое наигранное. Да шучу, не наигранное, мы реально. Мы реальные, в отличие от других блогеров. Просто как мы готовимся к этому всему. Ну, понятно. Ты че, это нереально. Сделай как монах из Шаолиня, как я тебе показывал. Видишь, у меня получилось после монаха из Шаолиня. Ладно, давай. Три. Воу, это было практически хорошо. Последний, давай, я верю в тебя, сосредоточь все свои силы, давай. Давай. Эх, ну что с тобой, ес. Почему? Ты уже проигрываешь, знаешь, на сколько? Дублю. На все! Ну, короче, я посмотрела, ему так жестко. Руки вверх, разбрю. Теперь хорошо, рассказывай мне, знаешь, что? Что? Почему, когда я посмотрел задание... О, нет, то задание, знает. Которое ты мне сказал, потому что... Что будет два... Не бонус. Там мелким шрифтом внизу было написано. В следующий раз... Когда ты выбираешь, будешь два бонуса. Чего ты мне это не сказал? Ты куда уходишь? Пацаны, всем пока! А он переходит к следующему видео. Давай, говори все, что там. Короче, ты должен совместить три трюка. Х умножить на х. Будет три трюка. Ты должен совместить три трюка, которые тебе выпадет, и два, которые ты уже сделал. Почему? Сколько мне попыток дается? Тебе? Тебе дается, ну, по сути, там мелким шрифтом, не буду врать, будет 5 попыток. Я сделаю 3. Я обрезаю 5 попыток, я... Вот серьезно, сейчас на камеру будет 3 у меня попытки. Я даю себе только 3 попытки, чтобы все было честно. Да. 3 попытки.
прямой эфир без монтажа. Да, вот этот кадр он сейчас будет без монтажа, чтобы вы понимали три попытки. Так, два. Так, мне выпали ножницы. Ножницы — это такая очень... Давай, покажи. Прикольная вещь. Покажи. Ну, красиво. Красиво, красиво, я не спорю. Теперь мне надо... Но тебе жестко не повезло. Тебе нужно еще два трюка. Да, два, которые я уже сделал. Галин 360 и супер кок. Или как он там? Кок-мирок я не буду делать. Я хочу сделать Галин 360. И? Блин. И? Шаолинь? Йог, да, йог придется. Ну да. Короче, погнали. Поехали. Ну, не знаю, не считается. Еще раз. Потому что это неправильно сделано, надо было все сразу сделать. 3, 2, 1. Ну, как думаете? Блин, ножницы. Да не, давай еще, потому что это как-то не очень было. Слушай, ты на первый раз на батуте? Давай! Врёшь, Рун. Ты ноги больше так в ножницах. Давай, последняя попыточка. О, ну мне кажется, это засчитать. Засчитать можно, да. Поддержите меня в комментариях, если вы хотите засчитать. Если не хотите, пишите не засчитано. Если хотите, пишите засчитано. Хэштег. Да, мы ему засчитаем этот. Пока у него сейчас засчитано 3, а у меня засчитано 4. Я обхожу тебя на 1 балл, но ты не переживай. Погнали. Кстати, сейчас надо бонусы получать. Мы с Михасиком идем сейчас выбирать бонусы, не бонус. Почему я снимаю только его, меня не будет? Потому что вы, наверное, забыли. Вот этот вот человек от меня это почему-то утаил. Я не знаю почему, но у меня 2 бонуса. Короче, закрывай глазки. Подожди, да, я перемешаю. Мешаем. Мешаем. Все, помешали. Давай, выбирай. Выбирай. Ай, улетели. Подожди сейчас. Давай. А где еще одна? Вот одна, выбирай. Подскажите, какая тут правильная, правая или левая? Повезло, чем? У-у-у! Просто люто. И что это у нас? Это бонус! Бонус! Я посмотрел, у него очень классный бонус. Просто вот бонус. А ну-ка, руки вверх! Признавай, что за бонус? Бонус обалденный, не то, что ты. Хе-хе-хе-хе-хе. Кто про меня это так сказал, а? Короче, подписчики, напишите, кто этот про меня так сказал. Не пыкуй. Короче, смотри, человек, у тебя такой бонус. Ты можешь выиграть, если сделаешь секретный трюк. Секретный трюк, он... Какой? Он очень сложный, называется крик. Погнали. Короче, наверное, многие, не говорю все, но, наверное, многие из вас знают картину Эдварда Мунка. Крик. Это такая вот штука. Криповая. Сейчас вы ее увидите на экране. Все. Короче, вот. Тебе надо сделать две... Тебе надо сделать связку из двух трюков. Первый — это колея 360. Второй — это коп на рук. Вот такой. Тебе надо совместить это и получить вот это вот. И тогда что я получу? Тогда ты официально, сразу же, если ты это сделаешь за 5 попыток, ты сразу же выигрываешь. Ну, а я буду стараться.